Новоивановском прошел очередной партийный час местного отделения «Единой России». В его работе приняли участие депутаты окружного совета депутатов, а также актив всех пяти местных партийных ячеек. На заседании обсуждались вопросы партийного строительства в округе и в рабочем поселке Новоивановское. Особое внимание уделили предстоящим в 2021 году выборам в Государственную и Московскую областную думу.